дежурят спасательные службы. Такие как ГИМС, МЧС. Беседы спасателей с людьми тоже никогда не прекратятся. И каждое это ведомство, включая прокуратуру, не теряет надежды, что люди начнут слушать и слушаться. Это специальный эфир на 360. Меня зовут Екатерина Малашенко. Доброе утро. В ближайший час мы проведем вместе, будем обсуждать главные события в стране и в мире. Вы можете делать это вместе с нами. Подписывайтесь на наши соцсети и оставляйте комментарии. И давайте сразу к делу. Два самолета Ил-76.